Упражнение, которое вы видите в этом ролике, у нас на канале было подано как упражнение для развития пальцев стопы и профилактики косточки. Он так работает. Но вот в этом ролике, который вы смотрите сейчас, это не приглашение к тому, чтобы делать это упражнение. Почему? Упражнение, конечно, хорошее и очень даже хорошее, но вы и так делаете слишком много упражнений и делаете их механически. Механическое делание – это, знаете, это вообще как бы вот ничего, вот, понимаете? Потому что только сознательное делание имеет какой-то смысл. И я вот это упражнение хочу вам показать в качестве иллюстрации. То есть не приглашение к деланию, а приглашение к просмотру. И прошу это видео посмотреть 2-3 раза, поскольку оно не длинное, а ролик короткий, я надеюсь, интересно. Итак, что нужно сейчас увидеть и что я считаю ключевым элементом? Это работа коленями. Вот видео, которое вы мне присылаете в консультации, писать на канал. Вот они все объединены одной как бы особенностью. Там у вас колени выключены, понимаете? И дело не в том, что колени надо сгибать, не в том, чтобы ходить на полусогнутых, а чтобы колени начать использовать. Вот использовать колени — это, конечно, такая простая вещь, да? Любой человек скажет: я использую колени, вот же они у меня, вот это мои колени. Если они у меня есть, значит, я их использую. Нет, не используешь. Не умеешь использовать, не знаешь ничего. Никто тебе не показывал на уровне идеи, что колени надо использовать. Вот смотрите, только ради Бога не повторяйте за мной. Понятно, да? Не надо ничего делать, надо смотреть и слушать. Вот видите, колени в момент качания как бы наполняются силой, наполняются движением. И вот смотрите, вот это наполнение, оно какое? Какое? Оно в такт. Делается в такт. В такт проводящему импульсу. Понимаете? Вот этот импульс, который пошел, да, он уже не просто через ноги пройти, а через суставы ног. И сустав ноги — это вот та точка бифуркации, да, та точка, в которой вот энергия должна расцвести, понимаете, акцентированно пройти через нее и наполнить суставы вот той живительной силой, которая нам нужна для оздоровления. Берите консультации, если не понимаете. Берите, пока они даются мною для вас. Спасибо за внимание.